Прощай, сволочь. Сколько вас тут еще? Кто-то есть. Лучше, чем ничего. Любите бить в спину, да? А когда вас бьют, нравится? Убить засранца!
Посадим его! Сейчас уже иду! Убили! Убили! Thank you.
Все, отбрыкались. Ну что, нравится, когда на вас нападают из-под тишка, а? Ублюдки долбые. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Мы будто снова оказались на Диком Западе. И многие делают вид, что закон и порядок остались в прошлом. Но насколько я знаю, мы по-прежнему в Соединенных Штатах Америки. А в этой стране право собственности непоколебимо. Мы имеем право на эту территорию, жить на ней и защищать ее. Да, когда-то мы забрали ее у индейцев, историю не перепишешь. Но мы забрали ее силой. И только сила поможет нам сейчас двигаться вперед. Мы не склонимся перед бандитами. Если федералы, упокоители или мародеры решили, что могут хозяйничать на моей территории, их ждет разочарование. Выживают сильнейшие и побеждают сильнейшие. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Боже ты мой, закон и порядок — это все уже в прошлом. Что ты несешь? А, ну хотя ты верно заметил. Если хочешь теперь чего-то добиться, нужна сила. Сила и куча патронов. А нет ли у них тут бункера? Наверняка ведь есть. А вот и люк. Спускаемся.